так беззаботно уходит вдаль. Наша с тобой жизнь одна на двоих. Я прошу об одном, только не забывай обо мне, как мы с тобой, о всех остальных. Провожая печаль, мы просто мило молчим, просто и без причин, ссылаясь на нет. И в этот момент все мои сюжеты по твоим картинкам. Девочка, разноцветная витаминка. Сегодня я буду любить тебя сильно, пока в моей голове действие витамина. Все мои сюжеты по твоим картинкам. Девочка, разноцветная витаминка. Сегодня я буду любить тебя сильно, пока в моей голове действие витамина. Мой иммунитет стабилен из-за тебя. Из-за тебя стал ровно дышать. Так что теперь от тебя не на шаг, чтоб не волновалась душа. Да, бывали дни, когда нам было трудно, как минимум потому, что было не обоюдно. Но мы доплыли по пути, на дно тянуло судно. Такое вряд ли я забуду. И без фальши, пускай наивно до жути, просто шагаем дальше, знаем, все будет лучше. Все остальное пускай решит случай. Ты только мне скажи, если я стану скучным. И в этот момент все мои сюжеты по твоим картинкам. Девочка, разноцветная витаминка. Сегодня я буду любить тебя сильно, пока в моей голове действие витамина. Все мои сюжеты по твоим картинкам. Девочка, разноцветная витаминка. Сегодня я буду любить тебя сильно, пока в моей голове действие витамина. Друзья, всем большой привет! Это «Хижина музыканта», меня зовут Раиль, за кадром сидит Дима Мелизм, у которого вышел альбом. Но это все к слову, хорошее настроение, потому что вышел неплохой дубль. И как видите, новый формат видео. Я все еще, конечно, в армии, но вот, новый формат, природа, апрель пока что. Звук хороший, петличка и хорошая камера. А то вы, наверное, уже отвыкли от хорошего, потому что у меня все снималось на телефон. Если вам понравился кавер на песню Тима Белорусских «Витаминка», ставьте лайк, набираем 5000 лайков, я покажу абсолютно все, что я здесь сыграл, каждую фишку, и даже покажу, как спеть, потому что здесь мелодия, особенно в первом куплете, она необычная, скачет туда-сюда вверх, но все это я покажу, чтобы вам было легче разучить данную песню. Ну, а если вы новичок и хотите скорее начать изучать и играть свои любимые песни по щелчку, то есть там слышите по радио, взяли, подобрали, то в описании под видео для вас я оставил свой самоучитель, видеокурс, который создал специально для новичков, которые хотят быстро-быстро освоить базу, там, изучить аккорды, нотки, как извлекать звук, бои и уже исполнять свои любимые песни. Также, если вы не знаете, как петь и какие упражнения делать для развития вокала, все находится в описании под видео. Два самоучителя, которые я создавал специально для вас с большой любовью. Вот, мне в последнее время, знаешь, что нравится начало? Снимать видео, когда я репетирую. Ага. Я просто репетирую, и надо со стороны прослушать. Я включаю, вообще не парюсь, не волнуюсь, так на расслабоне пою. Потом переслушав, блин, это звучит даже круче в некоторых местах, чем я вот так собрано сажусь записывать. И волнуюсь там и так далее. Иногда, то есть, взять, чтобы не волноваться, надо во время репетиции взять и снять. Не забывайте подписываться на «Хижину музыканта». В комментариях напишите новую трендовую песню, которую вы хотели бы, чтобы я спел под гитару. Ну и скоро увидимся, до скорых встреч, пока!